Мої вітання, Житомир. Дякую, що ви з нами. Залишайтесь і надалі з нами. Сьогодні у нас в об'єктиві неоднозначний, проте дуже цікавий вид спорту – пол-денс. Це унікальне поєднання краси, естетики і почуттів з фізичною напругою, пластикою та акробатичною майстерністю. Сучасне суспільство по-різному ставиться до цього виду спорту. Деякі стверджують, що танці на пілоні непристойні, а інші доводять, що це вид мистецтва, який має право на існування і повагу. Тим же, хто з даним видом танцю ще не знайомий, пропонуємо в першу чергу дізнатися, що ж насправді представляє себе пол-денс і чому вважається повноцінним самостійним напрямком, що має мільйони прихильників по всьому світу. Розвіяти міфи про пілони, а саме про пол-денс, я запросила Ірину, вона тренер з цього виду спорту. Вітаю вас, Ірино, в нашій студії. Так, скажіть же нам, будь ласка, що ж насправді представляє собою пол-денс? Ну, хочу в первую очередь подчеркнуть, что это спорт, что это вид спорта, который в будущем, мы надеемся, появится на Олимпийских играх и будет заслуженно и с твердостью, да, доказывать, что это спортивный все-таки вид спорта. И хотелось бы сказать о том, что пол-денс не только хореография у пилона, это и акробатический, да, вид спорта, силовой вид спорта, который, можно сказать, очень сложный. Да. Мы приравниваемся к, наверное, спортивной акробатике, спортивной гимнастике, к легкой атлетике. То есть все очень даже непросто. Чому пілон нещодавно почали вважати повноцінним напрямком у спорті? Ну, так як пол-денс школы появились в Украине совсем недавно, приблизительно где-то в 2007 году этот вид спорта именно начал развиваться как спорт. Раньше, да, возможно, как бы девушки проявляли свою сексуальность и благодаря рурам, пилонам, шестам, да, в ночных клубах, но это совсем другое. Сейчас пол-денс на мировом уровне и достаточно, я скажу так, быстро развивается именно как направление pole-dance спорт. И хотелось бы развеять мифы и довести всем, что это не стриптиз, это не эротический жанр танца. Да, у нас есть направление pole-dance artistic, где просто артисты показывают больше хореографии, да, чем даже, я скажу, акробатики на пилоне. Но здесь все очень строго. Если брать чемпионаты, то артистик направление оценивается штрафными санкциями, такими даже вплоть упала шлейка с плеча, сразу же штраф. Да? То есть костюмы максимально закрыты, но соответствующие для пол-денса. В принципе, мы надеемся на то, что все-таки в ближайшем будущем мы будем на Олимпийских играх блистать, и Украина, дай Бог, будет занимать призовые места. Є інформація, що у 2003 році були проведені перші офіційні змагання з танців на пілоні, так? І з того часу у всьому світі почали активно проводити різні чемпіонати. Я знаю, що невдовзі ви також вже їдете. Куди, коли і що це буде, розкажіть. Да, в 2003 году, правда, да, официально проводились соревнования по полспорт. На самом деле в Европе они уже проводились намного раньше, да, мы немного запоздали, да. Но, в принципе, да, мы с нашими учениками готовимся на ближайший чемпионат 1 марта в Киеве. Будет проходить чемпионат «Тренер года». Мои участники будут сражаться за тренера, за меня, да. Все баллы будут суммироваться только мне. И, ну, естественно, ученики будут показывать свои высшие результаты и получать первые, вторые, третьи места. Ну, я на это очень надеюсь, потому что мы очень сильно готовились к этому чемпионату. Ну. Якщо все вдасться, я впевнена, що все вдасться, що це дасть саме вам, саме дівчатам, ось, які будуть виступати, якісь призи, якісь, я не знаю, може, перемоги, сертифікати, ну що це може бути? Чи просто, що ви брали участь? Ну, в первую очередь, конечно же, это для моих учеников, это победа над самой собой, да, то есть очень сложно было готовиться к чемпионату, у нас был короткий
срок подготовки. Болели девочки, падали с пилонов, снова поднимались и снова сражались с собой в первую очередь. И, конечно же, будут сертификаты, будут награды, будут медали, будут какие-то, наверное, призы от спонсоров, потому что спонсоры есть на таких чемпионатах. Ну, в первую очередь я смотрю просто по своим ученикам, что они благодарны только за то, что пришли к этому виду спорта, что они побороли себя. Потому что это действительно больно, это сложно, это слезы, это нервы. Ну, как бы, это не все так просто, как кажется вот зрителю, когда они смотрят, да, видео в интернете. Есть, в интернете есть все. Да, то есть и танцы вульгарные, есть и спорт. Просто нужно к этому отнестись по-разному. То есть, чтобы люди не путали стриптиз и все-таки полспорт, полфитнес. Бачили різницю між цим. Конечно, так? Чтобы видели, потому что все-таки полуденс сейчас начали заниматься и юные наши, как говорится, и зрители, и малыши, да, то есть и там нет никакой вульгарности, не дай бог, там только спорт. Ось, до речі, щодо цього, я знаю, що у вас групи за різними категоріями віковими діляться, так? Розкажіть, з якого віку починається і хто ходить до вас, і які є групи? У нас есть группа самых младших деток, мы принимаем 6 лет деток, когда уже дети немного физически сложены, да, естественно, здоровы, полны духа, хорошего настроения. И есть у нас группа юниоров, это подростковый возраст, ну и, соответственно, наша женская аудитория, да, девушки, которые хотят приобрести хорошую фигуру, потому что полуспорт, он очень меняет женскую фигуру. Женщины становятся более уверенными в себе, красиво подтянутое тело. Ну, меняются девчонки просто на глазах. Да? То есть много есть случаев, когда приходят клиенты, ну, правда, с лишним весом, и они вот буквально 3 месяца и потом просто сами себя не узнают и говорят: «Боже, спасибо, что я сюда пришла, что я трудилась, что я работала». Ну, в принципе, мы очень рады и радуемся за успехи наших учеников. Я наразі пропоную подивитись сюжет и показати нашим глядачам, що чого вже досягли ті дівчата, які вже деякий час займаються полденсом. Thank you.
що ось ми щойно бачили, вони часом здаються дуже небезпечними. Розкажіть, як берегтись від падінь і як у вас відбувається це упродовж тренувань? В першу чергу, прислушуватися к тренеру. Всегда технически придумывать свои элементы. Нельзя так, знаете, вот я сделаю это, вот делаю это, даже не думавши раз и упала с пилона. Да? То есть технически всегда продумывать каждый свой элемент. Ну, естественно, есть очень много упражнений, которые прокачивают кисти. Да? Мы держим и планки, и стойки, чтобы была цепкость хорошая, чтобы было сцепление с пилоном. Ось саме і тому дівчата ось так вдягнені, так, щоб тіло було оголене для того, щоб... Було сцеплення з пілоном, звісно. Якщо ми будемо, наприклад, в длинній футболці, нас пілон просто не буде тримати, він же дуже скользкий, він гладкий. Да, має бути абсолютне сцеплення. Ось з чого розпочинається тренування? Тобто ж не можна прийти і одразу ж вилізти на пілон і щось зробити, так? І що потрібно перед цим? Пройти який курс, можливо, я не знаю, фізичної підготовки? Звісно, не можна ні в якому випадку. Це дуже опасно, травма опасна. І взагалі можуть визникнути великі проблеми потім зі здоров'ям. Да? Ну, в першу чергу, ми, коли починаємо заняття, ми розігріваємо абсолютно всі групи мишць. Починаємо від макушки і закінчуємо кончиками пальців. Каждая тренировка у нас абсолютно продумана. Мы прокачиваем все группы мышц. Да? И полденс, и полспорт, он именно работает абсолютно со всеми группами мышц. Если в тренажерке мы качаем определенные группы мышц, то здесь работают абсолютно все. В принципе, стараемся как бы смотреть по клиентам, потому что есть клиенты-новички, которые... Вы знаете, я даже экспериментировала, да, вот дам им такую нагрузочку, и потом я вижу, что им очень плохо, да, то есть как бы стараемся, конечно, присматриваться и помогать людям, если у них там проблемы, образно говоря, даже с сердцем, да, то есть что нужно правильно учить дышать человека, там, правильно развить свои мышцы, как это сделать, да, даем домашние задания даже клиентам. І, в принципі, тоді без травм, тоді без последствий. А чи є протипоказання, до, щоб займатися полденсом? Ви знаєте, я можу вам на своєму собственному примірі, у мене дуже великі проблеми з позвоночником. Ви знаєте, головне ніколи не плашати, да? І не думати про те, що я болен, все, мені потрібна кровать, гарячий чай, і на цьому все закінчиться. Життя тільки швидко закінчиться в такому положенні, так? Да? Лучше бороться с болезнями. В принципе, противопоказания какие? Если, естественно, у человека порок сердца, то он не может заниматься этим видом спорта. Если у человека безумный варикоз, то же самое, что у нас есть сцепление ногами с пилоном, да, естественно, тоже нельзя заниматься. А так, в принципе, мы наоборот здесь помогаем людям стать здоровыми. Мы прокачиваем абсолютно ихний позвоночник, ихние мышцы позвоночника. И люди даже потом благодарят за то, что они не ходят с согнутой спинкой, да, они ходят с ровной спинкой, потому что они всегда вспоминают, так, спинки держим, лопаточки на замочек, да. Ну, как бы и качается мышца, и растягивается. Это очень полезно для организма. Поэтому наши клиенты все здоровы. Мы даже не болеем простудами. Почти. Наскільки дороге задоволення ось займатися таким видом спорту? Ну, в принципі, може бути не кожному по карману. Да. Абонементи бувають різні, але ми завжди іщемо компроміси. Да. Якщо клієнт реально хороший, талантливий, якщо він влюблен в цей вид спорту, ми завжди робимо компроміси. Ми робимо великі скидки, ми пропонуємо купувати абонементи по частям, да. Как говорится, в кредит, mm-hmm. да. Ну, вы знаете, у меня были случаи, даже вот моя ученица, у нее заработная плата была 1300, а абонемент стоил 400. Вы знаете, она говорила, я лучше не куплю себе блеск для губ, но я приду в спортзал, потому что я болею. У меня, я не хожу, и у меня все мышцы болят, у меня начинается, знаете, вот как правильно даже выразить, ломка, что ли, да, вот, ну, это действительно очень... Потреба, якось, да, вот, ну, уже знаете, займатись. Вот, не можешь дышать без этого. Это действительно очень затягивает, очень завораживает, и ты весь в полденсе, ты думаешь, ты спишь, ты смотришь видео, ну, как бы вот так вот происходит с нами, спортсменами, вот именно с полденс, ну, это не сравнится ни с чем. Скільки разів на тиждень ідеально, щоб ось тримати себе в потрібній формі, потрібно займатись?
Вы знаете, я всегда советую клиентам заниматься хотя бы 3 раза в неделю. То есть посещать уроки стретчинга, потому что это очень важно. Если девчонка прокачает себе мышцы, она будет немного выглядеть... Человекоподібно, да? Да. Стретчинг – це розтяжка, так? Стретчинг – це розтяжка. Можливо, хтось не знає. Да, стретчинг – це розтяжка мышц. І, ну, как бы, хотя бы 3 рази в неделю. А я знаю, що окрім жіночих існують і навіть і чоловічі групи. Два слова про це. У нас, к сожалению, только один мальчик, подросток. Он очень юный, очень способный. Как бы мы ждем парней, да, чтобы парни не боялись, пробовались. Это ни в коем случае не покажет, что парень есть мужчина. Да, это как раз-то и мужской вид спорта. В принципе, мужчины у нас в Украине очень есть знаменитые личности, которые занимают призовые места на европейских чемпионатах, на всемирных чемпионатах по полуспорт. Вы знаете, это, наверное, даже больше прокачает и станут мужчины более мужественными, более ефектними, да, благодаря этому виду спорта. Не потрібно боятися, потрібно просто йти і займатися, да, так? Да. І декілька порад для наших глядачів. Що ви порадите як тренер, як тримати себе у формі? Ну, знаєте, моя любима фраза – менше жрати, менше кушати, да. Менше кушати нічних продуктів, вести здоровий образ житті, гуляти більше, дихати свіжим повітрям, любити окружаючих, своїх рідних і близьких, цінити все, що є зараз у них. Ну, хочу поздравити ще всех женщин, всех девушек с наступающим 8 марта, с этим прекрасным днем. Всем в душе весны, мирного неба. Оставайтесь всегда красивыми, милыми, любимыми и желанными. Ірино, я вам дуже дякую за розмову. Спасибо, і бажаю великого успіху і перемоги і вам, і вашим дівчатам на чемпіонаті. А нашим глядачам Спасибо. Я хочу нагадати, що у студії з нами була Ірина, тренер з Pole Dance. Таким сьогодні був об'єктив займатися тим, до чого у вас є талант, адже результат, що ви отримуєте від того, що робите, із задоволенням, сплеск емоцій, самоствердження як особистості і загальне визнання. На все добре, бережіть себе і своїх близьких. Побачимось за тиждень.